уважаемые гости и подписчики. Я получил для обзора очередное чудо китайского тактического гения. И просто обязан вам об этом рассказать. Ну, просто потому что, хотя бы вернее, потому что такой был договор с самим продавцом. Продавец — это уже Killbooker, известный вам магазин. Я уже показывал ранее два чехла из этого магазина. И вот теперь такой маленький тактический чехольчик. Вымазал в сосну, в смолу сосновую чуть-чуть. Маленький тактический чехольчик для короткого гладкоствольного оружия. Ну вот как на картинке у них это... Какая-то вот помпа с пистолетной рукоятью для, видимо, полицейских операций. В принципе, в Украине обычному рядовому гражданину такое ни к чему. Ну, разве что сюда можно впихнуть тот самый ТОС-106, который еще именуется «Смерть председателю» в народе, может быть. Но еще, кстати, вот есть, чуть-чуть позже я покажу, есть у нас такие малокалиберные карабины на базе пистолета-пулемета. По-моему, это МП-4 импортный. Да? Вот. И я немножечко покажу. Ну, страйкбольщики еще могут таскать. Но в целом этот чехол оказался очень даже многофункциональным, если, конечно, включить свою смекалку. Но для начала о том, из чего он сделан. Материал, из которого он пошит, это... водоотталкивающий, все тот же, как там кажется, он 600D, из которого шьют рюкзаки. Строчка, ну, в общем-то, неплохая, хотя могла бы быть и лучше. Прострочен он обычной ниткой, не слишком толстой. Но это, пожалуй, единственное пока замечание, которое я могу сделать. Да, ну еще, опять же, фурнитура. Вот все карабины, они пластиковые. Не знаю, насколько это выглядит добротно. Вернее, выглядит это добротно, но насколько это будет на практике, тоже еще неизвестно. Потому что все-таки в условиях наших климатических, это либо яркое солнце, либо мороз, неизвестно, как себя поведет этот пластик. По бокам чехол обшит лямками, так называемая система Молли, и вы на него можете нацеплять целую кучу подвеса и превратить его вообще в какой-нибудь рюкзак для переноски вещей. А вот с торца любопытно, есть 4 карманчика. Китайцы их позиционируют как карманы для патронов. Ну, если честно, ну, патрон 12 калибра, но мне кажется, если бежать, он отсюда может просто выскочить. Вот, ну, проверять во всяком случае это все равно не буду. Чтобы оружие не выпадало или что там у вас внутри, имеется вот такая лямка с пряжкой. Можно ее опускать ниже, опускать выше, все тут же система Молли, все на кнопочках, кнопочки металлические, все добротненькое такое. Лично я приспособил этот чехол для ношения штатива, на котором сейчас стоит камера. Ну, разумеется, штатива в сложенном состоянии. Это всяко лучше, чем штатный чехольчик, а-ля презервативчик, который шел с этим штативом. Я имею в виду вот эту вот тряпочку. То есть здесь чехол выглядит намного-намного лучше. Ну, еще в него, конечно, можно положить термос, бутылку с водой. Легко влезет литровая бутылка водки. Сюда тоже войдет. Ну, одним словом, можно придумать, как его использовать, даже если у вас нет короткого какого-нибудь оружия. Да, стеночки здесь, кстати, тоже внутри имеется какая-то пенка, довольно-таки толстенькая, которая защитит любой предмет, находящийся внутри. Ну, а для того, чтобы продемонстрировать его именно по назначению, я сейчас перенесусь вместе с вами в уже известный вам магазин «Стрелок» в Кривом Роге по улице Межпланетная. И там продемонстрирую уже наглядно, что, какое оружие можно в нем хранить. Еще раз говорю, это может быть страйкбольщикам очень понравится или там любителям практической стрельбы. Ну и в самом конце я приготовил небольшой такой сюрприз, немножечко юмора.
не совсем штатное использование этого чехла. Поэтому смотрите. И еще есть одно применение этого чуда китайской тактической инженерии. Дайте, товарищ, руку. Если у вашего товарища сломана рука, после того, как вы наложили ему шину, ее нужно закрепить, конечность поломанную, вы можете ему вполне туда просунуть руку, закрепить. И теперь можно его транспортировать в ближайший травмпункт. Ну вот и закончился этот коротенький обзор. Как видите, чехол действительно многофункциональный. Ссылочку на продавца я оставлю в описании. Если захотите заказать, закажите. На этом все. Всем всего хорошего. До новых встреч.